Thank you.
Большое за такие теплые аплодисменты прям с первого раза. Мы очень рады вас приветствовать. Всем добрый вечер. И для вас сегодня играет коллектив, который играет авторскую джазовую музыку под названием Excite Quintet. Меня зовут Владимир Чепрасов. Я сегодня с вами буду общаться, делиться, рассказывать, кто мы такие, что мы делаем, зачем, почему и для чего. И композиция, с которой мы начали, ее написал наш гитарист Святослав Епифанов. Давайте поаплодируем ему. Композиция называлась и называется Easy Five, которую мы сейчас исполнили для вас. И поскольку композицию написал Святослав Епифанов, у него есть некоторые определенные критерии пожелания, когда он играет свои композиции. И в связи с этим у меня возник вопрос к вам, ко всем. А поднимите руку, кто впервые был на джазовом концерте или сейчас находится на джазовом концерте. Вообще, кто пришел к нам в первый раз? Не стесняйтесь. О, вот, ага, супер гуд. Я вам сейчас немножечко расскажу, в чем заключается специфика джазовых концертов, в отличие от классических. Здесь можно вести себя абсолютно свободно, хлопать, кричать, визжать, пищать и максимально раскрывать свои эмоции и ощущения, поэтому мы будем очень рады, если вы будете взаимодействовать с нами, потому что мы чувствуем вашу энергетику. И, как сказал Святослав Епифанов, если ему хлопают после его соло, то он играет в 5 раз лучше, поэтому не стесняйтесь, хлопайте Святославу. Если не хлопают, и если хлопают, то играет лучше. Вот такой вот у нас, да, Святослав. Я постараюсь меньше говорить, но не могу себе в этом отказать сегодня, к сожалению, потому что сегодня для нас непростой концерт. В этом году мы заканчиваем наш концертный сезон именно этим концертом, который происходит сегодня в клубе Алексея Козлова, и это очень здорово. Поэтому спасибо вам огромное, что пришли, так сказать, завершить и подвести итоги уходящего года. Всю музыку, которую вы сегодня услышите, это наша музыка, которую мы пишем сами, либо я, либо мои коллеги, поэтому это очень эксклюзивно. И так сейчас звучит современный джаз. И композицию, которую мы сыграем второй, ее написал я, она называется «Как так-то». Thank you.
Так, ну вот с аплодисментами уже получше, уже немножечко так подраскрепостились, это очень хорошо. А мы будем продолжать композицией, которую написал наш саксофонист, но прежде чем мы ее исполним, мне очень хотелось бы вам представить моих коллег, с которыми я сегодня, как, впрочем, как и всегда, делю эту сцену, потому что я этим проектом играю только этим составом. Для меня это очень ценно и важно. И я хочу вам представить этих уникальных, потрясающих, молодых, красивых, талантливых и моих... Каких? Моих, конечно же, любимых друзей. Артур Мартиросян, бас-гитара. Егор Попов, альт-саксофон. А что это Артуру не покричали, а Егору покричали? Какая-то несправедливость. Артур Мартиросян, бас-гитара. Ну вот, умеете же, умеете. А, ну вы погромче, чтобы они тоже... Вот, о, отлично. Святослав Епифанов, гитара. Амар Саидов, ударные. Да, и меня зовут Владимир Чепрасов, я уже вам представлялся, я для вас сегодня играю на рояле. И продолжим мы композиции, которую написал теперь уже известный вам Егор Попов. Композиция называется «Homecoming», что означает «возвращение домой». И сейчас такая пора, что все под Новый год мы возвратимся домой. И сейчас об этом прозвучит композиция от Егора. Thank you.
Спасибо огромное вам. Да-да-да, хлопайте, хлопайте, хлопайте. Не стесняйтесь. И это была композиция, которая называлась «Возвращение домой», автором которой является наш безупречный, идеальный, великолепный саксофонист Егор Попов. Давайте еще раз ему поаплодируем. Сейчас будет одна из наших, у нас есть две мыслительные композиции, сейчас прозвучит первая. Композиция на подумать. Предыстория такая, что в
течение дня мы с вами всегда загружены какими-то делами, заботами, и у нас какой-то постоянно идет вот этот ком дел, событий, и мы в эти моменты не успеваем задуматься о самом главном, вспомнить о самых важных людях. И вот как раз-таки эта композиция о том, что когда мы остаемся наедине с собой в конце нашего дня, мы вспоминаем о самых важных людях, вещах. И эту композицию написал Омар Саидов, наш барабанщик. Давайте поаплодируем ему. Называется она на английском, но я ее скажу на русском, потому что я не могу никак это выговорить уже который концерт. Композиция называется «Мысли в завершении дня».
Что-то по аплодисментам, что-то мне не понравилось. Да, это была композиция Амара Саидова, которая называется «Мысли в завершении дня». Давайте еще раз поаплодируем нашему барабанщику за такую прекрасную композицию. Красавцы! О, спасибо большое. Спасибо. Поэтому, да, немножечко подробно. А вы вот не расслабляйтесь все равно. Все. Потому что мы продолжаем мыслительные композиции, но только теперь уже от меня. Композиция называется... Ее я пока еще выговариваю на английском. Она называется «Do you think or feel?», что в переводе с английского на русский означает «думаешь». Такая вопросительная композиция. «Думаешь или чувствуешь?» И преамбула, естественно. Очень часто в нашей жизни бывают ситуации, в которых мы чувствуем одно, а думаем совершенно иное. И всегда очень сложно внутри договориться с самим собой, потому что тебя разрывает мысли и разрывают чувства. И очень здорово, когда есть возможность, и так случается, что ты можешь именно найти этот внутренний компромисс со своими чувствами и мыслями. И это очень прекрасно. Поэтому композиция написана вот под воздействием такого состояния чувственно-мысленного. Поэтому я вам хочу пожелать, чтобы вы всегда могли найти компромисс со своими мыслями и чувствами. И поэтому звучит композиция «Чувствуешь или думаешь?».
Большое. Вот этот столик сегодня заслуживает бесовую композицию. Я просто, да, обещаю вам. А вот такие, собственно, чувственно-думственные процессы иногда происходят в моей голове, что вдохновляет меня на написание композиций. И сейчас прозвучала композиция «Чувствуешь или думаешь», которую написал я. И сейчас мы перейдем к очень клевой композиции, очень клевой теме, теме друзей. Следующую композицию написал Святослав. И обычно кому посвящают композиции? Как вы думаете, кому посвящают обычно композиции? Друзья. Ну, помимо друзей, давайте, как будто вы не слышали. Вот, девушкам, кому еще? Интересный вариант, кстати, ни разу такого не было. Да, но Святослав у нас человек очень добрый, и он пишет композиции не врагам, а друзьям. И, к сожалению, это не я. Он написал композицию, но не для меня. Композиция называется «Кунс». Кстати, я не вижу этого прекрасного человека. Он должен быть сегодня здесь. Но ладно. Вот Святослав пишет композиции для друзей, поэтому дружите со Святославом, и, возможно, он когда-нибудь вам подарит свою композицию.
Thank you.
Спасибо тоже большое за аплодисменты, за такой теплый прием. Вот такие композиции для друзей пишет Святослав, поэтому дружите с ним. И в продолжение немножко темы про друзей. Нашему коллективу на самом деле всего-то ничего, мы играем чуть больше полугода. Но подводя так итоги, скажем так, этого года, по-моему, этот год для нас стал очень таким знаковым, потому что мы все очень сдружились. Мы посетили очень много городов, поездок, гастролей, и все это мы делали именно этим составом. Для меня это очень ценно, это очень здорово, потому что это, конечно, уже больше, чем музыка, больше, чем дружба. И очень здорово, что ребята такие клевые, молодые, талантливые. Есть у них еще, знаете, такой запал. Да. Мне очень сложно говорить после ваших комментариев, простите, пожалуйста, потому что вы прям точку прям вот прям. Поэтому очень здорово. Я, парни, вас поздравляю с таким клевым годом. Поэтому будем продолжать, как говорится, в том же духе. А теперь перейдем от дружеских композиций к более лирическим композициям. Конечно же, про любовь. Как же без нее? Но про любовь не к друзьям, уже про любовь. К девушкам, женщинам композицию написал я, она называется «НН», и, конечно же, она про любовь. Thank you.
какие песни мы пишем про любовь. Возможно, они не совсем про любовь, вам покажется, но они на самом деле, да, про глубокие, светлые чувства. Написал эту композицию я. Кстати, шутка про эту композицию. Святослав называет эту композицию самой депрессивной из тех, что написаны мною. Насколько вы согласны со Святославом? Вот Святослав мнение разделилось, однако. Попробуй в такт, пойдет нормально. Супер. И вот сейчас как раз-таки Святослав пойдет в такт и сыграет композицию, которую написал он лично. И опять-таки здесь присутствует некий любовный мотив, но хотя композиция называется «Blue», что означает «голубой цвет». Но история такова, что Святослав влюбился однажды в девушку, а у нее были голубые волосы. И волосы теперь у этой девушки уже давно не голубые, но девушка Святослава осталась та же самая. Поэтому песня про любовь опять называется композиция «Blue». Thank you.
спасибо большое. Какие вы щедрые сегодня на комплименты. Просто что-то невероятное. Композиция называлась Blue, которую написал Святослав. Вот так у нас Святослав видит голубой цвет. Спасибо вам огромное. Вы просто очень хорошо сегодня нас поддерживаете. Поэтому давайте поаплодируем вам и в особенности данному столику. И на самом деле у нас остается совсем немного времени на две крайние композиции, которые мы сегодня для вас исполним. Сейчас композиция будет звучать, которую написал я. И я считаю, что это одна из первых композиций, с которой начался наш проект. Мы ее впервые записали, когда готовились на определенный некий конкурс, на котором мы, кстати, не прошли, но у нас появилось взамен очень много классных историй, концертов и гастролей. Поэтому мы благодарны этому конкурсу за то, что он нас собрал. И сегодня, в итоге, он собрал всех нас вместе здесь. Поэтому спасибо большое вам, что вы сегодня с нами. И композиция называется «Триггер». Название «Триггер». Thank you.
вот такие триггерочки случаются в моей жизни, и пишу я вот такие композиции. И в заключение, к сожалению, нашему, надеюсь, к сожалению, вашему, у нас остается время для крайней на сегодняшний вечер композиции. И перед тем, как я ее сыграю, я в первую очередь хочу поблагодарить клуб Алексея Козлова в лице Райка Копяна, который предоставляет нам возможность молодым, талантливым, перспективным музыкантам выносить свою музыку для людей, дарить ее вам, делиться своими впечатлениями, эмоциями через музыку. Поэтому давайте поаплодируем клубу Алексея Козлова. Также хочу выразить благодарность нашим звукорежиссерам, которые позволяют нам сегодня очень мощно и классно звучать. Спасибо вам большое. Также, если вы перейдете на наши социальные сети, то увидите, что у нас там все очень красиво, емко, понятно, доступно. И есть специальный обученный человек, который занимается всем этим. Ну, конечно же, это девушка, потому что пятерым прекрасным мужчинам всегда нужна женская поддержка. И это Елизавета Максимова Шаповалова, которая занимается нашим контентом. Переходите, смотрите, все очень красиво. И, конечно, я хочу представить вам еще раз своих коллег, которые, на мой взгляд, сегодня восхитительный. Создали концерт, да, и мне ничего не остается, кроме как их вам представить. Артур Мартиросян, бас-гитара. Артур Мартиросян, бас-гитара. Егор Попов, альт-саксофон. Егор Попов, альт-саксофон. Вот. Святослав Епифанов, гитара. Святослав Епифанов, гитара. Амар Саидов, ударные. Амар Саидов, ударные. Меня зовут Владимир Чепрасов, я играл для вас сегодня на рояле. И, конечно же, самым главным людям, я забыл-то сказать спасибо, это, конечно же, вам, за то, что вы сегодня вместе с нами разделяете этот прекрасный вечер, нашу музыку, радуетесь, хлопаетесь, дарите нам свою энергию, мы ее, конечно же, без остатка отдаем вам, поэтому спасибо большое, что вы сегодня здесь с нами. Нам очень было приятно для вас играть, познакомиться с вами. И я считаю, что это был очень прекрасный вечер. Поэтому я желаю вам хорошего его продолжения. С наступающими вас новогодними праздниками, конечно же. И всего самого лучшего. И мы сыграем заключительную композицию. Вам-то надо тоже поаплодировать себе самим. Заключительная композиция, да, барабанщику ура. Композиция, которая написана мною, но я, к сожалению, до сих пор не придумал. И решил, что не хочу придумывать для нее название, потому что я подумал, что в этой композиции очень много заложено разных идей, эмоций, впечатлений, воспоминаний и всего-всего, что одним словом или каким-то выражением так и не скажешь. Поэтому я решил ее оставить без названия. Поэтому композиция без названия. Thank you.
И для вас сыграли сегодня Артур Мартиросян, бас-гитара. Егор Попов, альт-саксофон. Святослав Епифанов, гитара. Амар Саидов, ударные. И Владимир Чепрасов, клавишные инструменты. Спасибо вам большое. Мы желаем вам приятного продолжения вечера. Конечно же, с праздником и до новых встреч.